нашего микрорайона. Добрый день, уважаемые участники, судьи, представители команд и гости культурно-спортивного праздника «Зима на Заречной». Сегодня, в этот замечательный день, мы рады приветствовать тех, кто по-настоящему любит зиму, любит спорт и активный образ жизни. Ведь зимние виды спорта действительно прекрасны. Но самый любимый и зрелищный, конечно же, хоккей. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать. И, конечно же, поблагодарить наши дружественные районы, которые прислали сегодня сюда посоревноваться свои хоккейные команды. Ну что же, приятного праздника, ну а в соревнованиях пусть победит сильнейший. Успехов! Вот они, надежда спорта.
любимые спортсмены города Витебска! Громче поддержим участников! И, конечно же, фотография на память! Пусть этот день будет долгим в вашей памяти! Зима на Заречной дарит отличные эмоции! Железнодорожного района города Витебска, занявшая второе место в соревнованиях по хоккею в программе культурно-спортивного праздника «Зима на Заречной». Второе место, Октябрьский железнодорожный район. Громче аплодисменты! Конечно же, сладкий приз в команде Октябрьского железнодорожного района. И дипломом награждается команда Октябрьского района, занявшая почетное первое место в соревнованиях по хоккею в программе культурно-спортивного праздника «Зима на Заречной». Громче, громче! Это был товарищеский матч. И, конечно, мы приглашаем директора средней школы 24. Директор государственного учреждения образования средняя школа номер 24, просим вас пройти к пьедесталу. Сладкий приз от администрации Первомайского района директора государственного учреждения образования средняя школа номер 24. И, конечно же, фотография на память! Громче аплодисменты! Вылет холодный покорит сумели, а значит сомневаться нет причин.